Издалека едет Дед Мороз со Снегурочкой, и скоро они будут в Твери. В субботу волшебник и его внучка ждут взрослых и детей в городском саду. Вплоть до 31 декабря маленькие тверичане могут написать письмо Деду Морозу. Чтобы все желания исполнились, нужно бросить его в специальные ящики. Почтовые ящики установлены в городском саду, парке Победы и на улице Трехсвятская. Не все ребята успели написать письма, но это вовсе не значит, что подарков не будет. Главный волшебник уже готовится ко встрече с тверичанами. Об этом сообщила Снегурочка в своем видеообращении, которое отправила в редакцию нашего телеканала. Мы с Дедушкой Морозом готовимся к встрече с вами. Мы приглашаем всех жителей и гостей города Твери 21 декабря в 12 часов дня в городской сад. Вас ждет сказочное представление. Вместе с вами мы будем водить хороводы у волшебной елочки, мы будем играть, а также делиться друг с другом праздничным настроением. А с 15:30 все желающие будут веселиться на рождественской ярмарке на улице Трехсвятской. Кроме того, из почтового ящика под часами Дед Мороз заберет письма, которые написали дети, чтобы в новогоднюю ночь каждый ребенок нашел под елкой подарок, о котором давно мечтал.